Итак, друзья, по многочисленным просьбам одного моего подписчика будем сегодня жарить картошку, нарезанную соломкой, с морковкой, луком, чесноком на сале. Вот поэтому нарезаем картошку вот такой вот одинаковой соломкой. Почему? На досточке, чтобы соломочка была вся примерно одинаковая. Нарезаем вот такими вот пластинками. И потом переворачиваем, погнали одинаковыми кусочками. И так всю картошечку. Вот такая вот соломка у нас получилась, друзья. Очень такая прикольненькая, хорошенькая. Теперь нарезаем таким же примерно макаром морковку. Теперь, друзья, нарежем лук полукольцами, четвертинками вернее. Так как жарить картошку мы будем на сале, соответственно, нарезаем сало. Тоже его нарезаем соломочкой. Выжаривать мы его будем не полностью. Сало в сухари превращать не будем. Нарезаем его такой же соломкой, как наша картоха. Сало у нас соленое, с чесночком, со специями, с небольшой прожилочкой. Будет очень вкусно. Ну и для особого такого запаха и вкуса добавляем немного копченого сала. Вот такое вот у нас копченое сало. Тоже его нарезаем такими же самыми кусочками соломкой. Вот так вот. Есть. Все ингредиенты мы подготовили. Приступаем к жарке нашей картошки. Так, на сухую прогретую сковородку бросаем наше сало. Как только сало начинает топиться, бросаем туда морковку. И тщательно перемешиваем. Морковку в сале минут 5-7, тщательно перемешивая, добавляем туда картошку. Перемешиваем и оставляем минут на 10 жариться. Картошки очень много, но ничего, она ужарится у нас. Перемешиваем, оставляем, но не под крышку. Перемешал я тщательно картошку. Газ у нас получается вот такой вот. Небольшой, но и не маленький. Не солим и не закрываем. Минут через 10 мешаем.
Прошло минут 10, пробуем его помешать. Посмотрим, что с этого получится. Как видите, картофель подрумянивается. Оставляем его еще минут на 10. Отлично нам картошка подпевает. Перемешиваем ее еще раз. Смотрим, что из этого получится. Итак, уже где-то начинают подрумяниваться краешки. Уже вот такая вот картинка у нас красивая получается. Но еще надо жарить. Продолжаем. Еще минут 10 жарится. Не солим. Друзья, перед тем, как помешать в следующий раз, уже бросаем лучок. И тщательно все перемешиваем. Вот такая вот красота у нас получается. Очень важно, друзья, следите за тем, чтобы она не была сухая, чтобы там вот было у нас масло, видите, вон оно там. Вот, чуть-чуть немножечко пришлось долить, потому что сало до конца я не вытапливал, и картошка в себя втянула, поэтому надо следить. Немножко масла по этому самому, по состоянию, смотрите и добавляйте. Оставляем еще минут на 5. Перед тем, друзья, как мешать крайний раз, я уже добавил специи, соль, чеснок. Ну, а теперь перемешиваем. И можно накрыть минут на 5 крышкой. Итак, вот, друзья, получилась вот такая вот картина. Сейчас камера наведется, может быть. А может быть и нет. Не знаю, видно или нет. Она еще вон вся парует, такая вот горячая. Запах такой стоит обалденный от копченого сала и от чесночка. От специй. Гляньте-ка. Короче, если вам понравилось это видео, понравился этот способ жарения картошки, боже упаси вам подписываться на мой канал, ставьте дизлайки. Всем приятного аппетита. Пока-пока.